Ну, вот после мойки вот так вот песок весь остался. Я сейчас просверлил вот здесь 25-й диаметр в уголочке, вот здесь вот как раз, вот короночкой. Вот такой у меня крупный клапан. Вот, я сейчас поставлю вот этой частью снизу, и у меня, соответственно, весь песок будет туда стекать, ну и пробка будет закручиваться. Я думаю, со временем завод это все тоже сделает, мелочевкает. Ну, в итоге вот так получилось. Вот пробочка, она на ограничителе. Я не знаю, нужен, не нужен, но пока оставлю. Наверное, убрать придется ограничитель, чтобы, ну, не потеряшка. Ну, а все, будем мыть и будем закручивать. Вот такой, такая визуализация. Я думаю, что не испортили дизайн. 15 минут делов. Значит, во-первых, оказалось, что в тингере все было соединено через вот такой переходник. Значит, заслонка, так называемая керамическая, от отопителя УАЗа. Причем надо брать только для карбюраторной модели, тогда диаметры меньше, и они четко совпадут с теми шлангами, которые мы имеем на тингере. Вот, пока решил не ставить дистанционное управление этой заслонкой, ну, оно механическое, там все помнят на УАЗе, потому что не вижу большой проблемы шевельнуть, если что, вот этот рычажок пальцем, включить, открыть или закрыть заслонку. Вот, попробую, посмотрю, поработает, как бы, пока тепло, а дальше посмотрим. Мне сейчас главное, чтобы у меня прохладный воздух в кабину дул. Все, вот такую задачу решил, сейчас буду тестировать. Сегодня погода бомба, что не заниматься, да? Вот укоротил болтик, вот здесь коротенький сделал, симпатичный. Вот у меня уже это стоит. Все-таки дистанцию сейчас пройти на дистанционное управление нашел. Я все вымерил, куда можно зайти. А вот такой поставил на две клепочки. Видите, прям кронштейн. В Максидоме это кронштейн обычно, просто его покрасил. И вот так у меня получилась такая вот история. Тоже от УАЗа, тоже стоит какие-то копейки. Вот сейчас подключу. Да, и выяснил еще. Вот здесь под крылом, сейчас буду разбирать. Вот здесь под крылом есть разъем на там бачок омыватель, он предусмотрен, просто я так понимаю, что это вопрос времени, и появится он этот. Ну, сейчас закончу, вот сюда поставлю форсуночки и побрызгаем. Ну вот, все уже протестировал, потом из кабины покажу, что получилось. Вот так вошел под крыло сюда, здесь легко снимается, вот сюда он заезжает, там отопитель только остается. И вот здесь вот, вот эти два беленьких разъемчика, это как раз подготовка для бачка омывателя. Достаточно рычажок. Все работает, все получилось. Ну вот получилось. Вот место установки механической заслонки на кран отопителя. Сейчас покажу, где он находится. Вот, вот он вышел. Жестко там нормально крепится. Вот его проход. И вот кран отопителя. УАЗовский кран, все встало на свои места. Ну, вот так уютно приспособили камеру заднего вида. Я не думаю, что будет большая проблема. Очень мне жесткий стеклопластик, его закрепили на саморезах, ничего с ней не будет. Просится вторая, тем более, что система двухканальная. Вот. И были сомнения, куда ее поставить. В итоге стала она вот сюда. Вот, вот уютненько так расположилась. Вещь очень нужная, полезная. Единственное, что надо еще порегулировать, повыбрать и так далее. Ну и, соответственно, то, что вот хвастался, все работает. Прям душа поет, сказка. Приятные мелочи. В принципе, на этом с тюнингом я, похоже, закончил. Больше мне ничего не надо. Будем кататься. Мы ее сейчас включаем. Вот она заработала. Я пока не сильно добивался регулировок, но вот что получил. И вот нарисовывается столб. Вот, тут получился столб. Чтобы отключить, вот так вот просто отключаю.